Добрый день. Представьтесь, добрый, пожалуйста. Меня зовут Наталья. Сколько вам лет? 27 лет. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, а для чего вы пришли на наш проект? Ну, очень интересно поучаствовать в вашем конкурсе. Цель, в принципе, участие, наверное. Новые знакомства, новые люди. Сказать победа, это было бы хорошо, но не самое главное. Наташенька, а что вы будете для нас петь? Ани Лорак «С неба в небо». Удачи. Желаем вам, чтобы вы расслабились, получили удовольствие от того, что вы к нам пришли, и у вас вот такая вот возможность спеть. И, конечно же, хорошего настроения. Спасибо большое. Был живой водой, моей суперзвездой, моим супергероем. Каждый час, каждый день я брела, словно тень за тобою. Но не так все, поверь, я другая теперь, я могу что угодно. Ты не знаешь меня, я же вся из огня, и теперь я свободна. В небо падаю и взлетаю ярче света, даю, не сгораю. С неба, в небо я все мосты сжигаю и улетаю я. В небо падаю, взлетаю ярче света, даю, не сгораю. С неба, в небо я все мосты сжигаю. Не ставьте микрофончик, мы еще немножко с вами пообщаемся. Наташенька, вы молодец. Спасибо. У вас очень такой, знаете, крепкий, сильный голос. Я хотела спросить до того, как начали петь, теперь, наверное, будет более актуален вопрос. А вот пением вы занимаетесь профессионально, это ваше хобби. Какую часть жизни занимает вокал? Очень большую часть жизни. Ну, я хочу посвятить этому свою жизнь, скажем так. Вот, но давно мечтала этим заниматься, и вот уже сейчас на третий курс перешла в музыкальное училище. А как вы считаете, у вокалиста есть цена голоса или нет? Я считаю, что каждый голос бесценный, потому что каждый голос индивидуальный, вот, если он есть. Поэтому цены ему не может быть, в принципе. Пообщались еще с профессионалами, спасибо вам огромное, будем рады вас видеть. Успехов, удачи на творческом пути. Спасибо.